Re, viss ēters ir te. За пасхальные выходные в Латвии произошло 59 пожаров Старника, из них 30 за минувшие сутки. В Салъенской волости Даугавпилского края произошло самое большое возгорание. Огонь охватил 5 гектаров прошлогодней травы. Всего в этом году пока зарегистрировано 266 случаев пожара Старника. Это почти в 3 раза меньше, чем годом ранее. Но пожарные считают, что как только потеплеет и станет суше, работы у них прибавится. В частности, это случается из-за того, что людям кажется, что они делают благое дело, что они таким образом очень эффективно справляются и убирают свои территории. Но это очень вредное действие, это пагубно для природы, в том числе и для растений, и для даже животных. Так что это запрещенное и судимое действие. В этом году в пожарах Старника нет пострадавших, однако в нескольких случаях вместе с прошлогодней травой сгорело и имущество. Лес, садовые домики, автомобиль. За поджог Старника физическому лицу грозит штраф в размере от 30 до 700 евро.